мосты, прыгнула в кусты. Что-то страшное, что-то изнутри. Разбегаются чьи-то шорохи. Все попряталось, только всполохи. А туман на небо возвращается. Мне моя родная улыбается. Я ее сжимаю крепче крепкого. Сердце бьется вновь, а думал, нет его. А туман на небо возвращается. Мне моя родная улыбается. Я ее сжимаю крепче крепкого. Сердце бьется вновь, а думал, нет его. А туман на небо возвращается. Мне моя родная улыбается. Я сжимаю крепче крепкого. Сердце бьется вновь, а думал, нет его. Не в теории, а именно вас это касается, это ваше просветление, это вот прям с вами, блядь, происходит. Вы представляете вообще, о чем речь-то? Это прям ваше, это вы, это, знаете, не кто-то дышать начнет, вы прям. Вот это вот, понимаете, да? Ну, по сути, мастер это ты проснувшийся. Никакому человеку вы, естественно, не выходит. Никакой человек вас никогда не пробудет. Это нереально. Вы выходите на свет через свет. И ваша сила через него проявляется, проявленная ваша сила божественная через него. Вот и, естественно, вы на это выходите, а не на какого-то там человека. Поэтому вот этот разворот важен, и вы идете, и когда вы выходите, вы сразу узнаете в этом себя. И если он, ребята, можете спросить. А туман на небо возвращается.